Витя, что самое главное в жизни? Быть борцом. Быть борцом во всех смыслах и уметь достигать своих целей. Семейная философия Ермолаевых без поправки на возраст. Жизненные ценности и установки 11-летняя Виктория и 6-летний Виктор впитывают, что называется, с натуры. Благо, многое можно перенять у папы Андрея, спортсмена с 35-летним стажем и свежеиспеченного чемпиона Кубка России 2021 по греко-римской борьбе среди ветеранов. Ульяновская команда на всероссийском первенстве под названием «Связь поколений» стала пятой. А личный зачет принес Андрею Ермолаеву 2 золота и серебро. Сейчас у борца пауза, но динамическая. Интенсивно готовится к первой летней спартакиаде для ветеранов, которая пройдет сразу по 9 видам спорта и в 3 городах – Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске. Мы сейчас в субботу уезжаем, готовимся. Нужно будет придержать вес, потому что там, вот сейчас на Кубке России был провес 2 килограмма, и было попроще. Вот, сейчас провеса не будет. Будет все официально. Вот, то есть соревнования официальные, серьезные. В интернете сейчас полно рассказов о том, как школьники дерутся за лучшие места для того, чтобы снять ролики для ТикТока. Все повально увлечены гаджетами. Как вы своих детей, вот, может быть, от этого чуть уводите в сторону спортивного духа? Я их не заставляю, не убеждаю, ничего. Они, видно, смотрят на меня и как бы подражает, что ли. Мы сейчас с твоим папой пошептались, и он говорит, что дети воспитывались на его собственном примере. Действительно так? У папы училась? Через папу в спорт захотела? Ну да, он рассказывал, как он тренировался. И сначала занималась спортивной аэробикой, потом, когда я перешла в лицей, я начала заниматься легкой атлетикой. Вот. И сейчас, 1 сентября, хочу заняться борьбой, женской борьбой. Про трио, которое в борьбе, подробнее расскажем в медицинской программе «Будь здоров». Сегодня, 8 июня, в 19:30. Не пропустите. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.